В Саратове закрыли комбикормовый завод. Правда, пока всего на 60 суток. Инициатором такого решения стала прокуратура Октябрьского района. После плановой проверки на производстве было выявлено несколько нарушений. А именно, отсутствие необходимой документации по промышленной безопасности. Не обнаружили проверяющие проекты безопасности здания комбикормового завода. Всего сейчас здесь строят, согласно данным прокуратуры, 150 человек. Пока предприятие закрыто на 2 месяца. На главном входе появилось объявление – на заводе проходит капитальный ремонт. Прокуратурой в ходе проверки законодательства о промышленной безопасности были выявлены нарушения. В связи с нарушениями в адрес руководства было внесено представление и вынесено постановление о возбуждении административного производства, по результатам которого, соответственно, применена указанная санкция.